мошенник. Говорит, что уже 2 года вас любит. Вполне возможно. А вы, друг, вы что на это скажете? Скажу, что тем хуже для него. В самом деле? Конечно. А неужели вы недовольны, что меня любят? Увы, вы сами себе госпожа. Но поленись у вас возлюбленный. Вы, возможно, полюбите его, и это помешает той доброй дружбе, которую вы ко мне питаете. И на мою долю придется меньше, а я же не хочу ничего уступать из своей доли. Знаете ли вы, Арлекин, что вы не щадите моего сердца? Что плохого я ему делаю? Если вы и дальше станете говорить со мной в таком тоне, я скоро не буду знать, какого рода чувства я к вам испытываю. Ну, по правде говоря, я не очень-то стараюсь разобраться. Боюсь обнаружить больше того, чем хотела бы. Правильно делайте, не старайтесь разобраться, будь что будет. А потом, верьте мне, не заводите возлюбленного. Вот у меня есть возлюбленная, я ее сохраняю, но не будь ее у меня. Я бы не стал в нее искать, на что мне она существует и вы. Она лишь докучала бы. Докучала бы? А как я могу после всего, что вы мне сказали, оставаться вам только другом? А кем бы вы хотели бы стать? Не спрашивайте! Я ничего не хочу об этом знать. Но одно не вызывает у меня сомнений. Во всем мире я не люблю никого сильнее вас. Вы же не можете мне сказать того же. Сильвия, как и полагается, вам дороже. Не торопитесь. Вы одинаково дороги мне. Если я встречу Сильвию, то пришлю к вам, вы будете рады. Как хотите. Но присылать ее одной не надо. Приходите лучше обе. А я не могу этого сделать. Принц приказал мне явиться к нему, и я должна узнать, что он желает. Прощайте, Арлекин. Я скоро вернусь.